Приветствую вас, мои дорогие друзья! Поздравляю вас с завершением 13-го каталога, и уже сегодня стартует 14-й каталог Oriflame. Я думаю, что он будет просто бомбический, потому что нас ждут огненные новости, новая рекрутинговая кампания, новые акции и классные предложения из каталога. Сейчас я буду делать заказ, я уже все положила в корзину, только еще осталось добавить подарки. Как официальному обозревателю мне положили 4 новых продукта. Смотрите, какие будут у нас обзоры. Крем для душа новый, адаптивный консилер, жидкое мыло для рук и парфюмерная вода Divine Exclusive. И я заказываю, как я и говорила, да, я буду брать мыло мед и молоко, лимитированная серия на обложке каталога, посмотрите обязательно. Просто очень классное предложение. Беру мыло пряный цитрус и крем для рук, это мои любимчики. Себе беру щетку для распутывания волос. Под заказ туалетная вода Glacier. Парфюмерная вода Divine Exclusive, это пробники. Я беру подарить своим клиентам несколько пробничков. Так, далее, давайте еще один возьму. А маска для глубокого увлажнения, новинка тканевая, очень хочу попробовать. Далее беру пробники для клиентки, попросила попробовать серию «Экологен». Заказываю, почему-то нет только дневного крема. Под заказ компактная пудра «Онколор» и помады серии «Онколор». Обратите внимание, какие цены, всего по 79 рублей. Далее беру наборчик «Следующий каталог плюс». А вот как раз будет дневной крем против морщин «Экологен». Отлично. Так. Тональная основа, адаптивный сам каталог и пробник новинки парфюмерной воды. Под заказ крем тональный, ультрастойкая корректирующая тональная основа, крем энергетик под заказ, мыло, неизведанная Камчатка тоже под заказ и туалетная вода Эклафеми Фам Викенд тоже под заказ. Так, смотрим, что у меня здесь. Сыворотку для лица я положила себе со скидкой 50%. Так, пакетик я удаляю. Так, на корзиночку нажимаем, на урночку удалилась. У меня здесь подписки. Я беру питательный коктейль ванильный. У меня второй шаг. Пока отсутствуют витамины, поэтому пока по нулям. Надеюсь, скоро они у нас появятся на складе. И перехожу в раздел акции. Смотрите, по акции «Рецепты твоего успеха» я еще докопила 284 балла. Поэтому добавляю кухонные весы. Нажала «Добавить». Да, «Добавить». Вот видите, вот здесь внизу появляется. Нажимаю «Добавить» соковыжималка для цитрусовых. Так. И, в общем-то, немножечко баллов у меня не хватает. Обязательно нажимаем «Добавить в корзину». Так, еще я хотела взять омегу-3. Обратите внимание, я ее добавляю не в корзину, а именно со второго шага в разделе акции. Тогда проходит скидка. Нажимаем «Раз», нажимаем «Два». Пока возьму две баночки. Следующий заказ еще возьму. В корзину, это очень хорошая скидка. И я стала участником акции со скидкой 50%, я взяла как раз вот сыворотку для лица. Пептидов не было, но пусть будет пока сыворотка для лица. Люблю этот продукт. Так, в общем-то, по-моему, все. Нет, не все, смотрите, у нас еще есть эксклюзивно онлайн спецпредложения, доступные для заказа по 23 октября. Как раз до конца действия каталога. Но здесь количество товаров ограничено, поэтому смотрите сразу, если вам что-то нравится. А здесь, посмотрите, жидкое мыло с огромными скидками. Мыло с ароматом персика, ладошки. Клубничное мыло, яблочное, очищающий гель. Но это не антибактериальный гель. Так, далее у нас обновляющий скраб для лица, очищающий гель для рук, тональные основы. Маска-скраб и какой-то набор, но я не знаю, что у него входит. Можно его добавить в корзину, кстати, и посмотреть состав. Давайте посмотрим, что входит в набор Optimals. Захожу обратно в корзину, листаю, листаю, листаю вниз, ищем, где у нас этот набор. Вот он. И нам его нужно посмотреть. Компоненты набора. А, это антивозрастная серия и плюс бустер. Ну, в принципе, цена, конечно, очень симпатичная, потому что одни крема стоят в районе 500 рублей, да? Крем для глаз, для кожи вокруг глаз, средства для очищения выравнивания, да еще и бустер. Да, хорошее предложение, но я не беру, я его удаляю, просто вам показала. Итак, проверяю заказ. Ого, 222 балла. Это еще я не поработала с клиентами, не работала в чате. Вообще было не до чего. Еще раз смотрю, какие акции, чтобы ничего не пропустить.
А, каталоги, конечно. Мне нужен набор из 10 каталогов следующего периода за 250 рублей. Добавить в корзину. Так, по-моему, все. Давайте посмотрим. Далее мы переходим на доставку. Можно выбрать доставку в СПО. Как выбирать доставку, если вы не знаете, посмотрите, лучше позвоните спонсору, чтобы вам помогли первый раз выбрать доставку. На самом деле здесь ничего сложного. Например, нажимаете «Получить в пункте выдачи», где тип выбираете либо «Постамат», либо «Пятерочка», либо «СПО». Например, выбрали «СПО». Нажимаем «Свой город», «Саратов» и ищем здесь адрес, который ближе к дому. То есть то, что вам удобнее, то и выбирайте. Вот. И вам здесь будет показана сумма. Если у вас есть в вашем городе доставка на дом, значит, вы можете выбрать доставку курьером или Почтой России. Тоже поиграйте с доставкой, повыбирайте и потом уже выберите то, что вам нужно. Когда мы хотим перейти дальше, нам предлагают взять какой-то продукт вместо платы за доставку. На стрелочку нажимаем, смотрим, какие интересные продукты. Возможно, что-то вам действительно нужно. Обязательно заказывайте. Выгоднее получается, нежели платить за доставку. Но я отказываюсь от этого предложения. И иду в раздел «Оформить заказ». Итак, мой заказ 41 продукт почти на 9000 рублей. Плюс предложение каталога и так далее, и так далее. И у меня в результате на 11531 рубль заказ. Но так как есть скидка 4726 рублей, то к оплате всего 6900. Это очень-очень даже классно. Итак, я показала вам, как сделать заказ. Сама вернусь сейчас в корзину, еще раз проверю. Может быть, я что-то забыла. И вам желаю успехов, отличного каталога и быстрее отправляйте заказы и участвуйте в акциях от компании, потому что их много и они очень классные. Всего вам доброго, до встречи, пока-пока.